Тут, тут. А, крестом. Так, и раз, два, три. Раз, два, три. Ура. Так, чё? Тут что-то не то стоит. А, радиаторы. Стоп. Как так-то? Ай, да, у меня ж один лишний получился. Все, структура задана нормально. Уберем топорище. И жбанг по жбану. Где там? Во. Генератор огромный. Так, вход или тут? Или тут? Ну, блин, как всегда я его неправильно собрал. Ну, ладно. Зато выходы питания у нас здесь, да? Угу. Выход питания у нас тут. А как у нас трансформатор делается? High voltage трансформатор. Current трансформатор. Redstone breaker. Это разрыватель. Ясно. Breaker switch. Угу. Так, мне надо какой-нибудь передатчик. Приема передатчик. Передаст. Так. Я потом верну. Честно, честно. Ай, больно. Так, еще три где-то я недавно делал. Вот, четыре. Так. Мне надо подсоединиться вот сюда. Кстати, мне надо сделать еще трубы. А вот этих мало. А куда их всех израсходовал? Мне их было 30 с копейками. Куда их запихнул? На что их и использовал? Ведь как всегда куда-то запихнул, хрен их сейчас найдешь. Так, ай, вот они где, вон они идут. Хорошо, так, тут еще есть. Надо раз, два, три, четыре, пять, шесть. А у меня только четыре. Хотя, подождите, как тут оформить все это дело? Так, мне надо подсоединиться вот к этой трубе, да? Чтобы она подавала сюда энергию. Это можно... Так, а у меня вообще такие энергетические трубы есть? Hardened есть. Есть, я их могу двинуть. А, это ты носишься, пугает меня тут. Так, это у нас выход. Вот она, труба. Как мне тут хитро сделать? Черт побери. Так, вот там вот есть выход. Ага, ясно. Так. Вот так и поведем. Так. Так, ты открываешься, открываешься. Хорошо. В принципе, лестница. Ну, лестница не особенно уже нужна. Так, 10. Раз, два, три, четыре. Вау! Right.
Так, вот у меня шафл даже есть. Так. Тин-тин. Тин-тин-тин-тин. Тин-тин. Хорошо. Сюда провели. Ставим сюда лажер. Алло, блин. Вот. И сюда обязательно три лазера. Так, раз, два, три. И теперь их подключаем все. Тунг. Тунг. Этот сих до сих. Тын, 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 тын. Все, он будет передавать энергию. Мне осталось пойти сделать вот эти вот рецепт. Блин, да не тебя, вот это рецепт. 4 получается. Ладно, хоть нам аж тут положил где-то. Ага. Так, это мы сюда, сюда, сюда. Так. Ледер сюда. Ой. Сюда. Это сюда. Это сюда. Так, мне надо для начала... Раз, два. Раз, два. Так. Выключатель. Выключатель у нас, по-моему, тут ставится. Окей. Так. Ну ладно, пошел я делать трубы. Пока что мне другой идеи не приходит, только как нормальные трубы сделать. Ну вот, изготовляю, короче, на данный момент конвейеры, вот эти вот трубы, какие там, вот эти вот 4. Так, и, кстати, вот эта вот штука не требует воронок, оказывается. Мне, как всегда, Руслан Шадов подсказал. Но тут воронки не жалко, поэтому я оставлю, лень вот переставлять штуку. Так, ну, в принципе, мне уже хватает, да? Так, и мне надо 4 трубы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Refined storage. Так, тут у нас, наверное, нитки. Да. Вот, ну ладно, идем пофармим. Вау, какая тварь там ходит. Неужто дадут выспаться? Йоу, мне дали выспаться. Блин, ты слишком страшный. У меня другие задачи. Ладно, если успею. Так, 6. Оп. Ой. Трубы. 7. Мало. 2. 11. Так, выключатель есть. Что у нас тут? 5000к. Сейчас мы тут тебе, значит, подаем сюда топливо. Но оно так идти не будет. Чтобы оно шло, надо обязательно на эту штуку подать редстоун сигнал. И все, оно поехало. И дизель попёр. Попёр дизель. Зато выдает она у нас... А сколько он выдает? Ну, как мне говорили, 1500 в тик. Ну, похоже, похоже. Должен, конечно, выдавать 4000, но он выдает, судя по всему, 1000 в тик. И когда ему не будет куда давать энергию, он остановится. Вот.
Поэтому, наверное, это все дело можем запускать. Тинг. Тинг. Ты что не работаешь, и что не включал? Или ты так работаешь хорошо? Эмти. Работаешь? Нет. А, я ж тебе энергию не подал, да? Ё-моё. Ай, ё-моё, ай, ё-моё. Так, переподключим. Тинг. Тинг. Работай. Ну. А, я тебя отключил. О, пошел пресс. Так, энергии тут хватает. Тут хватает. Дизель уходит в минус. Что-то там у нас все трещит, это пищит. Ну вот, энергия у меня пошла. И судя по этому, о, надо же, по нулям. Ни в плюс, ни в минус. Понятно. Так, это мы можем законолить. Так, так. Вначале эту кидаем, потом вот эту. Так. И простую канолу, потом эту. Так, и у нас закончилась канола. Придется ждать, пока он ее тут наберет. Так, дизель у нас вырабатываться не успевает. Да? Дизель работает, прямо. Как узнать, сколько он выдает? Хм. 138 кВт. И тут почему не забирается? 4. А, не забирается. Почему он отсюда не это самое? А, грид повара нету, да? Он только отдает то, что... Био дизель уходит, только песня. Да, на импровод этой штуки мы долго не проживем. Не прожили бы. Так... Еще есть? Нету масла. Не успевает. В общем, надо будет делать какую-нибудь более мощную систему. Несмотря на то, что у меня вроде бы это уже такая не слабая. Так, это сюда. Канолу мы кидаем сюда. Ну что, дизель запустил. Уже, в принципе, от этого дизеля сможем запитать, как его... электрофорненс печку. Так, бак клайм. Так, и тут то нам осталось арк форненс, но это 27, это разберем ту печку. Steel sheets metal. А, и там еще не все, там надо будет графитовые стержни. Графитовые стержни, вот они, графитоэлектроды, делаются из графита. Из четырех графита или из четырех полграфитового электрода. А тут целый. Так, а графитовый электрод делается из хоп-графит-даст. Или в самой хоп-графит-даст. Хоп-графит-даст делается... Крашер, Coke Dust.
гриндера. Coke dust — это кок перемолотый. Кок. Да. Ну что, получили? Потато. Спасибо. Так где там орешь? Алло. Под землей, что ли? Кстати, вот тут, если долго собирать, вылазит тоже такая матумба, может вылезти и напугать очень сильно. Вот. Но вылезешь, нет. Алло, зеленый друг, вылезешь? Не, не, не вылез. Кстати, в моей деревне вот эти вот гвардианы не помогли. И они, кстати, иногда на меня нападают. В всей деревне осталось два жителя. Куда они исчезли, я так и не понял. Остальные вот эти твари летают. Иногда они что-то на меня агрятся. Тин-тин. Где? Где-то тут у нас кто-то влетал. Так, где мой электронный? Тварь летная, вот она. Жик. Иди сюда, штука. Надо идти туда повоевать. Там очень много каких-то интересных тварей. О, кстати, ниточки. Так, идем. Там вон большие твари ходят какие-то. Во, коровы. Это он там дерется с кем-то. А ты, Рукоша. Ух ты, какой мощный. Вау, Эмиральды, спасибо. А ты кто? Я. А, это пчелы меня тут кусают. А где этот мой штук? Давай мы тебя загубим. И сдох. А где там булькающая тварь? Ух ты. Ай. Тебя тоже. Меня таки загубить могут. Да ё-моё. Так, что-то я еще там видел. Ходил. О, еще один такой же. Сдох. И сдох. Бедолага. Так. Ну, вроде бы никого нету. Интересно, там это... О, иди меня полечи. Фея, иди сюда. Давай полечимся. Где ты? Лечишь? Давай, регенерация и плюс тренч. Так, там еще кто-то нас ждет. О, зомби. О. Вот этих я не люблю. Ой, как не люблю. О, рыбка маленькая такая, всего лишь пару сотен метров в длину.
Ядрить-то огромное. Но оно не страшно, его убить можно. Главное найти этот. А, тут никто нас. Ух, какие еще страшные. У нее главное найти этот хитбокс, что очень сложно сделать. Короче, какая-то тварь, которую мне на данный момент не особенно охота мочь. Так, Rough Aspid Meat Usage. Это еда. Rough Making Pit. Ух ты. Тоже еда. Рекавери стоит. Ну что, идем поспим, вызовем эту, как ее, штуку, которая меня пофармим. Не? Как так? Не, не было. О, плавает. Штукенция. Так, тогда берем это и попробуем убить. Подожди, ты еще работаешь, кстати? А, он еще работает. Топливо еще есть. Хорошо. А, он и будет работать, вместе с цехи работает. Ядрить, ты заплыл. Где отсюда? И куда там текстуры заплыли? Ё, красота. Парализ. Плавает под домом, понимаешь ли. И в ус не дует. И что там такое? Короче, штука прикольная. Лучше... О, парализм. Не издевайся так. Ладно, с ней надо на открытой воде воевать. Ой, чтоб тебя. Ты кто такое? Сейчас мы тебя выведем на чистую воду. Ходи сюда, тварь болотная. Застрял, да? А вот с тобой сложнее будет. О, попал. У тебя хрен поймешь, где у тебя хитбокс. О. Лазурит. Иди сюда, ты меня должен увидеть. Есть. Есть. Деду. Ну да, буду я с тобой в воде драться. Штука, я вон. Федя, ко мне. Давай. Хе-хе-хе. Лузер. Так, и что с него там падает? Какая вот хрень. Тут все орет, что-то шумит. Во. Еще одну получил. Soul Stone. Usage Soul Stone like ball of water and sensor aquatic bass. On which let on you. И, короче, знаю, что это такое. Так. И что у нас в бестиарии? Вот, был в аду. В аду у нас ад. У нас там думовские мобы носятся. Десерт. Эти вот выскакивают, когда копаешь.
Вот этот нападает. Это вот в аду штука появляется. Вот этого не помню, где видел. Ну, напал его. Он мне, по-моему, этот глаз дал. Ну, это понятно. Это Геонах, который идет нах. Вот этот красавец ночью появляется. Джеди это водяной. Говорил бы кто со мной. Так, Мимп, понятно. Спектр. А, во, вот это мне глаз Эндермана дал. Красавец, слушайте, такой напугающий. Вот этот вылазит, когда деревья рубишь, там что-то делаешь, виз. Ну, с этой вы знакомы, наверное. Ну, это водяной, это вот это видели. Страйдер дрались. Вот с этой я только что дрался. Она бывает разных размеров. Это возле лавы живет, это в лаве. Это тоже возле лавы, и это тоже возле лавы. Кстати, я знаю, вот на этой саламандре как-то кататься можно. Этого я видел в поле, но этого вы знакомы, этого только что убил. А, вот этих поросят поубивал. Ну, этот знакомый. Вот на этом тоже, по-моему, летать можно. Так, Shadow. Ну, а это Чупакабра под землей. Этот не помню где. Фантом, это уже знаменитый. Разных цветов. И это водяные, да? А, вот этот тоже, когда собираешь урожай, он может вылезти. И вроде бы все. Вот, какая у нас бестиария тут такая крутая. Так, никого тут нету? Нету. Вот, ну что, трактор я сделал. Теперь вопрос, что мне дальше делать. По правилам мне надо делать Arc Furnace. Так, и, наверное, надо включить... Сколько тут? 15. Наверное, запустить ферму надо. Пускай работает. Чпок. И мне нужна пудра. Она должна быстрее работать. А, хотя быстрее она работать не должна. Так, и... Канола сюда. А, и этот нужен, блин. Уже снял. Так, ой, нижний канола надо, мне вот этот. Чё, все уже забрал? Нифига себе ты даешь. Ну, надо запускать. Она у меня другим занималась. Так, как мне энергию подать? Подать. Этих нету. Лазер, лазер, лазер. Этот нужен. Этот нужен. Откуда взять лазер? Ладно, штука. Может, тебе не обязательно все три ставить? Я не очень помню, но вроде бы не обязательно. Эти... Мне сейчас ферма надо, чтобы работала. Тринг. Лазер. Чинг. Чинг. Пошло. Дело. Пошло. Хорошо. Ты масло жмешь. Ты масло вырабатываешь. Так, а тут, наверное, надо будет это разобрать и сделать нормальные трубы. Вот, вот такие вот. Ну, то что-то она тут как-то тупит. Это вот забито, а тут пусто. 4-2. Блин, и как я узнаю, сколько он в тик выдает? 7 миллионов. На всяком случае, вроде бы в плюс идет по чуть-чуть, это хорошо. Вот. Ну ладно, была такая серия, значит, не знаю, наверное, 5 разделю на пару серий, разрежу.
Вот, будем тут сейчас все оптимизировать. Вот, блин. По-моему, вот это вот Blast Furnace не очень выгодно. Если быть честным. Да. Она только сталь делает. Ее можно разобрать и подключить к этой вот большой мульти-бласт системе. Так, она у нас выглядит. Break Power Basic Series Simple Arc Furnace. Вот какая штука будет. Ну а такой большой аппарат. И за него мы можем получить так бэк инженеринг пресс электроды. Ну, фиг его знает. Так, что у нас еще открылось? Нет, нет, нет. И вот надо будет это, наверное, я буду делать. Фактория будет почти что закончена. А, это нефтекачалка. Ну ладно, я уже тут начинаю ерундой страдать, так что, может, тут надо будет реорганизовать систему электричества. Так, три. Блин, получается, мне вот этот вот колл-кейк нужно экономить. Нам понадобится для электродов. Так, ты сливайся. 63. Так. 64. Сколько у меня его вообще? Угля. 325 блоков. Ну ладно. Штука работает вечно. Не жалко. Так, кейкован. 52-54. Так, и вот сюда можно закинуть 64 угля простого. Так, кейк, значит, забираем. Ты нам еще пригодись. Вот. Ладно, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующей серии. И счастливо. Ну, поспали без приключений. Вот. Удачи.